Доброго времени, YouTube. Попалась мне на глаза вот такая холодная сварка. Производитель вроде бы Индонезия. Двухкомпонентная. У меня там с велосипедом получилась проблема. Как бы у меня труба треснула. И хочу попробовать ее вот так сварить этой холодной сваркой. Не знаю, как получится, не получится. Во всяком случае, попробую. Поскольку можно было бы, в принципе, раму заварить аргоном, но интересно просто попробовать, насколько она эффективна, ну, в том месте в велосипеде. Значит, максимальный эффект достигается за 2,5 часа. Время схватывания 30 минут. То есть, ну попробую, все выложу потом, как оно будет держать, работать. Что к чему. Спасибо. Вот такая проблема у меня с велосипедом. В принципе, я показывал. Вот. Трубка треснула. Из-за того, что... Из-за чего? Из-за того, что... Как для меня было низковато сиденье. Я его, естественно, подымал выше. И... Мало, скажем так, трубы заходило в эту трубу. И на кочке оно чик и сломалось. Ну, хочу я, скажем так, попробовать заделать это холодной сваркой. Вот. Что с этого получится, покажу. Вот. Это велосипед Азимут Дрэм. Я его как бы показывал. Вот такая вот беда получилась. Сидением я решил кардинально. Я попросил человека. Он просто болванку сюда приварил, зачистил и удлинил сиденье. Сейчас сиденье входит как раз нормально в эту трубу. Вот. И в принципе ездить можно, как бы я и езжу, но хочется как бы чуть-чуть подшаманить его. В дальнейшем я хочу и болванку эту, конечно, проточить, поскольку ну лишних 2 килограмма тоже не хочется на велике таскать. Ну, а это вот постараюсь заделать сейчас холодной сварочкой. Поможет, не поможет, не знаю. Ну вот такие вот дела. Выложу видео потом. Спасибо. Так, ну, будем пробовать. Тут написано, надо брать 2 штучки в ровных пропорциях, смешивать. Ну, будем смотреть. Даже цвет, блин, одинаковый. Ну, приблизительно. Приблизительно. На меня. Не знаю, как руки будут, но надеюсь, что нормально. Ну, пошли теперь как бы к больному месту.
Так, это холодная сварочка. Не знаю, как она тут что сварит. Как бы пока я не особо верю, чтоб что-то получилось людское. Оно как бы что-то не очень. Не хватило, но еще чуть-чуть. Ага, надо было посильнее водой. Ну, сейчас все-таки водой попробую. Все это, ребята, чепуха, мне кажется, это совсем не для этого. Может, это и хорошая штука, но для велика, наверное, нифига не годится. Да, мне кажется. Но подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Ладно. Ну, такая штука. Будем ждать. Спасибо. Доброго времени суток, YouTube. Ну вот, прошло время где-то порядка 18 часов после того, как я нанес холодную сварку на раму. Вот, видно вот следы от ногтя, я вечером как бы пробовал еще, как бы не совсем она затвердела, вот. Ну, сейчас попробуем тоже. Остаются следы. Да, остаются следы, и, ну, конечно, это не то состояние жвачки, которое было вчера вечером, но я думаю, что сварка, она, по идее, должна быть, ну, думаю, что она должна быть как-то потверже. Не знаю, может быть, или качество такое, или что-то я не так делал, но она как бы не поможет велосипеду в решении моей проблемы с трещиной. Ну, пусть отпадет, поедем заварим аргоном, да и забудем. Ну, не знаю, может быть, я что-то неправильно делал, но мне что-то она как бы не нравится, честно скажу. Все, всем спасибо.